Выбор был очень прост. Мне сказали, что концерт будет с камерным оркестром, гармония Нобели. И это значит, что какие-то барочные арии я могу предложить, либо Моцарта. В общем, там, где задействован только камерный струнный оркестр. И я выбрала свои любимые арии. Я приехала в Ивано-Франковск заранее, чтобы порепетировать с оркестром. Это что-то совсем новое. Это то, чего я раньше никогда не делала. Петь на вокзале, в помещении фойе. Это, конечно, интересно, и я думаю, что людям будет это тоже интересно, потому что не все могут себе, во-первых, позволить купить билеты на концерт в филармонию или в оперный театр, а во-вторых, не все просто об этом знают. Когда я была в 9 классе, мама говорит, ну вот надо определяться вот в училище, но если будешь учиться музыке, будешь учиться пению, то только-только классический вокал, только опера. Я говорю, мама, ты что? Это же так несовременно, это так старомодно, это надо мной будут смеяться, не дай бог. Мама меня уговорила. И так сложилось, что мне повезло с первым педагогом. Он просто вселил в меня очень много надежды, веры и любви к искусству, любви к оперному пению. Он мне давал слушать записи, он мне давал читать книги. Мне хотелось знать больше. И в Киеве я ходила каждый день в оперный театр. Замечательная возможность, которая дается студентам музыкальных заведений города Киева, посещать оперный театр бесплатно. Используйте это, пожалуйста. Проходя мимо театра, я вот так посмотрела на него и сказала, я хочу здесь петь. Еще я ничего не знала, как сложится. И я спела на прослушивании 2 арии, а через неделю пришел контракт. И я на самом деле не планировала уезжать из Лейпцига. Для меня это был такая эйфория, можно даже сказать. Работать в Вене, петь на сцене Венской оперы. И там, где огромнейшие оперные традиции, где пели, выступали все звезды и современности, и прошлого. Все зависит от того, насколько публика готова принять новую режиссуру, потому что в Европе сейчас эта проблема, точнее, это уже не проблема, это уже повседневность. Европейскому слушателю предлагают современные трактовки опер. Я думаю, что в Украине еще не все к этому готовы, и надо постепенно этот барьер сглаживать. Очень важна работа театральных руководителей, насколько они знают свою публику, насколько они могут рисковать, чтобы сделать какой-то проект, который выходит за рамки обыденного. Ну, за что мне нравится искусство, почему я люблю искусство? Потому что оно на самом деле не знает границ, не знает национальности, не знает каких-то ментальных различий. Это самовыражение личности. Но самое главное, что в Европе нет такого понятия
ты из Украины, значит, ты хороший или ты плохой. Если ты хорошо выполняешь свою работу, если у тебя есть талант или наличие таланта, который ты развиваешь, они это очень ценят. А я могу с уверенностью сказать, что наша школа очень сильная. Очень сильная вокальная школа. Я на личном примере, я училась у Евгении Семеновны Мирошниченко. Это мега-звезда советского пространства и герой Украины. И я думаю, что так как она пела, никто не пел ни в Италии, нигде. Это просто уникальнейший голос и талант. Есть желание петь в Украине. Это страна, где я выросла, где я получила образование. Мне хочется быть благодарной за это. И я открыта к новым проектам. 19 июня в Национальной опере Украины в Києві я заспеваю «Попелюшку». Це впервые я буду петь на сцене Национальной оперы. Очень жду этого дебюта.